Всем привет! Вы на канале «Все о звездах ТВ. Интересно знать». Представляем вашему вниманию ролик о таком популярном актере и сыне известных родителей, которого зовут Андрей Лавров. Он российский актер, родился в городе Москве. Широкую известность и популярность Андрей получил благодаря участию в криминальном сериале «Называется он след». Там он сыграл оперативника Константина Котова. Мама Андрея – известная советская актриса, которую зовут Людмила Солоденко. Она знакома зрителю по многим фильмам и картинам. С детства Андрей занимался вокалом. В планах было стать профессиональным оперным певцом. Он окончил музыкальную школу, далее учился в музыкальном училище. Но, к сожалению, на третьем курсе Андрей сорвал голос. И мечты о музыкальной карьере ему пришлось оставить. Это событие ввело его в длительную депрессию, из которой помогли выйти друзья Андрея, которые пригласили его в театральную студию. Итогом этого посещения стало решение о поступлении в престижный ГИТИС и желание стать актером. Со временем голос все-таки вернулся к Андрею, и Андрей воспользовался этим. Будучи студентом, он подрабатывал в ресторанах, исполняя шансон. После завершения обучения Андрей вошел в труппу Московского музыкального театра «Геликон опера», где он работал режиссером-постановщиком. Также он играл в театре «Эцетера» и в Московском драматическом театре, который называется «Бенефис». В начале своей карьеры в кино Андрей чаще исполнял второстепенные роли в таких фильмах, как мистический триллер «Черный ворон», детектив Евлампия Романова «Следствие ведет дилетант», ситком «Братья по разуму» и историческая драма «Пушкин. Последняя дуэль», а также многих других. Сериал «След» принес Андрею популярность, очень понравился зрителю, и на протяжении длительного времени он выходит в эфир. Сам актер не любит этот проект и считает, что он создан исключительно для домохозяек. После этого проекта были еще интересные роли в триллере «Вирт. Игра не по-детски» и сериале «Собор». О личной жизни актер не распространяется. Он всегда отвечает уклончиво, что еще не определился с выбором своей спутницы жизни. Андрей очень любит путешествовать, но комфорт для него важнее острых впечатлений. Андрей активно занимается спортом, радует своих поклонниц накачанными мышцами и красивой спортивной фигурой. Интересные факты о Лаврове Андрее. Дедушка у актера родом из Кубы, отсюда такая внешность. У Андрея Лаврова косит немного правый глаз, из-за этого его мама думала, что парня не примут в театральное училище. В студенчестве занимался пародиями на знаменитых людей, особенно ему удавался образ боярского Михаила. Также он имеет звание мастера спорта по пауэрлифтингу. После того, как сорвал голос, Андрей начал курить. Сейчас отдает предпочтение не сигаретам, а курительной трубке. Еще один интересный факт. Создает и продает браслеты из кожи и натуральных камней. Пожелаем этому талантливому актеру еще много новых интересных работ, а также достижения всех намеченных вершин в личной жизни, а также в карьере. Всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, впереди еще много нового и интересного. Также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик. Всем удачи, любви, добра и мира. До новых встреч и всем пока-пока.